первый день войны, когда нацисты вторглись в пределы Советского Союза, когда на земле шли кровавые бои, а в воздухе царила авиация противника, тогда с одного удаленного аэродрома поднялись 9 советских бомбардировщиков Су-2. Они вылетели на задание в сторону германской границы. Пролетая над другим советским аэродромом, они заметили, как с него взмыли вверх несколько истребителей МиГ-3. Летчики расслабились, ведь лететь под прикрытием куда спокойнее. Но вдруг случилось невероятное. Один из истребителей открыл огонь по своим, сбил командирский самолет и набросился на второй. С этой трагедии началась боевая эпопея трижды Героя Советского Союза, Покрышкина Александра Ивановича. Именно он управлял тем самым истребителем и по недоразумению сбил советский самолет. Из-за этой ошибки погиб штурман бомбардировщика. Пилоту уже удалось выжить, он смог посадить свой самолет на брюхо. Но другие МиГи также шли в атаку. Покрышкину, который уже разобрался, что сбил своего, пришлось приложить немало усилий, чтобы помешать своим товарищам совершить такую же роковую ошибку. Он бросался на перерез вставшим на боевой курс истребителям, качал крыльями, давал предупредительные залпы из пулеметов, и ему в итоге удалось повернуть своих товарищей обратно. Первый немецкий самолет Покрышкин уже сбил через несколько дней, 26 июня, а 3 июля под его залпами рухнул и второй Мессершмитт. Но после этого боя Александр Иванович нарвался на зенитные орудия и был сбит над территорией врага. После падения он первым делом зарядил свой пистолет и стал ждать немцев, готовый дать отпор. И если понадобится, то застрелиться. Но нацисты не шли. Тогда Покрышкин стал пробираться к своим войскам, что ему и удалось сделать через 3 дня. Сразу же с самых первых боев Покрышкин видел, что тактика советской авиации устарела. Он фиксировал свои мысли по этому поводу в записной книжке и стал подавать рапорты своему начальству с рационализаторскими предложениями. Но командир полка не принимал критики молодого летчика. Покрышкин же, в свою очередь, отличался суровым нравом и отступать в споре не желал. Дело дошло даже до открытой потасовки, после чего летчика отстранили от полетов и исключили из партии. Здесь припомнили Александру Покрышкину избитый Су-2. На летчика завели дело, которое направили на рассмотрение в военный трибунал. Только после заступничества комиссара полка и высшего начальства дело удалось замять, а Покрышкина восстановить в должности и в партии. Звездный час Александра Ивановича пришелся на 1943 год. В это время он летал на американском самолете «Аэрокобра». В битве за Кубань только за апрель он сбил 10 немецких самолетов. К этому времени он уже был командиром эскадрильи, что позволило Александру Покрышкину потихоньку внедрять свои тактические приемы, разработанные им в первые годы войны. Это принесло свои результаты. Летчики Покрышкина стали сбивать немецкие самолеты с более лучшими показателями. Кубанская этажерка и скоростные качели – эти тактики были смертельно опасными для Люфтваффе. Именно в битве за Кубань немецкие асы потихоньку начинали проигрывать нашим пилотам, и господство в небе переходило в руки Красной Армии. За эти 3 месяца боев, с апреля по июнь 1943 года, советские летчики проявили образцы мужества и отваги. В воздушных боях они сбили более 800 самолетов противника. Всего же Люфтваффе на кубанском плацдарме потеряли 1100 самолетов. И хоть наши потери были сопоставимы с немецкими, но уже чувствовалось нарастающее превосходство воздушных сил Красной Армии. За бои в небе над Кубанью звание Героя Советского Союза было присвоено 52 летчикам, а Покрышкин удостоился этой награды 2. Именно в этот момент впервые в нацистских рациях начинают звучать слова предупреждения. Внимание, внимание, в небе Покрышкин. Ахтунг, ахтунг, Покрышкин или люфт, Покрышкин или люфт, ахтунг, Покрышкин, Покрышкин. За первые годы войны Александр Иванович заметил, что если у немцев сбить ведущий самолет, то это сильно деморализует врага. Часто после этого немцы просто поворачивали обратно, не выполнив задачи. Но сбить командира звена было тяжелее всего. Как правило, эту задачу брал на себя сам Покрышкин. В итоге за 1943 год Александр Покрышкин участвовал в 137 воздушных боях и сбил 52 самолета противника, что сделало его одним из самых выдающихся воздушных асов Второй мировой войны. В 1944 году Александру Ивановичу дали звание полковника и направили командовать 9-й гвардейской авиадивизией.
19 августа после 550 боевых вылетов Покрышкина наградили третьей золотой звездой, и он стал первым трижды героем Советского Союза. Из-за высокой должности он уже не мог часто вылетать на задания лично, и поэтому до конца войны сбил еще только два самолета противника. Зато его однополчане довели свои победы до 618 сбитых самолетов врага. Всего за Великую Отечественную войну Покрышкин Александр Иванович совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев и сбил 59 самолетов противника лично и 6 в группе. Сам же Покрышкин говорил, что он сбил более 80 самолетов. Дело в том, что нашим летчикам засчитывали воздушную победу только если приходили доказательства о сбитом самолете противника от других родов войск. Также засчитывали победу, если несколько летчиков были ее свидетелями. Но если же пилот сбивал самолет врага без свидетелей, например, при одиночном вылете, то ему эту победу не засчитывали. Это кардинально отличается от подсчета немецких побед. Нацисты записывали на счет своего пилота любую победу, о которой он докладывал. Может, поэтому немецкие асы имеют такие большие показатели по сравнению с результатами наших пилотов. После войны, когда Покрышкин учился в Академии Генерального штаба, он сдружился с другим героем Советского Союза, Пстыгой Иваном Ивановичем, который рассказал ему такую историю. В первый день войны идем на задание. К нам пристраиваются два МиГ-3. Думаем, лететь с истребителями надежнее. Вдруг происходит невероятное. Один из МиГов точными выстрелами сбивает командира нашей эскадрильи и набрасывается на мой самолет. Покачиваю машину с крыла на крыло, показываю наши опознавательные знаки. Это помогло, МиГ отошел в сторону. Покрышкин попросил повторить этот рассказ, и уже покрасневший и смущенный сказал: «Это был я». Не знал я тогда самолета Сухого, ведь они появились в частях перед самой войной. А вид у них совсем необычный, подумал, что фашист. Кто досмотрел это видео до конца, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите свой комментарий, о чем угодно. Еще можно поделиться этим роликом в своих социальных сетях, только ваша активность позволяет YouTube выше ранжировать это видео. Удачных вам дней, пока! Вначале нам казалось, что это очень суровый человек, такой беспощадный. А на самом деле мы потом, как вы знали, это человек такой... глубочайшей душевности человек. Он знал вместо нас, больше о нас знал, наши болезни и все абсолютно. И все время предупреждал. Каждый день он что-нибудь новое придумывал. Он нас буквально загонял. Нам не нравилось. Но мы легкомысленные были, молодежь.